Так, данный водитель заказывал еще в мае. Так что тоже товар проверен временем. Прошло уже больше полгода. До сих пор работает. Сейчас покажу, что он из себя представляет. Значит, он емкостью 2 литра. Где-то. Эй. Так. Стоит из двух деталей. Емкость для воды. И сам увлажнитель. Такой он уже немножко запачкался, так как им пользуемся. Сертификат тут. Что здесь написано? Вот. Сертификат какой-то. Технические характеристики. Вот сейчас налью воды, продемонстрирую, как он. Покажу. Вот это вот снимается. Крышка. Она имеет повороты. Пар шел в разные стороны. Допустим, сторона, можно вместе соединять. Вот, сейчас переворачиваем. Тут крышечка. Сюда заливаем воду. Сейчас воду залью и ну вот я заполнил водой емкость. Закроем крышку. Все замечательно. И наденем ее. Все. Ну я полу не стал наливать. На ночь хватит, в принципе, детям. Сейчас я его включу. Так, вилочка здесь европейская. Оттыкнул. Так, воду наливаем. Желательно фильтрованную. Вот, пожалуйста. Включаем. Вот, работает. Можно поворачивать куда угодно, вертеть эти крышки. Ну, конечно, на такую мы мощность не ставим. Можно так вот повернуть на две кроватки. И вот, пожалуйста, все работает, все отлично. Как обычно, ссылка на продавца в описании на товар. Покупайте. Не пожалеете, прошло полгода. Все себя оправдало. Временем товар проверен. Все.